Погнали снимать дальше. Господи, ну, чё меня тыпаешь? О, а, ну, блин, может чёрным всё-таки сделать? Чё? Может чёрным всё-таки сделать? Да, ну, из земли сделал, я просто зелёный шерсть добавил. Сейчас, погоди. А, то есть здесь мало выбора, да? Ой. Макс, ты можешь перестать меня застраивать деревом? Блин, я хотел застроить тебя деревом, пока ты там в игре находился, в другой. И ты что делаешь-то? Как видишь. Блин, жалко, земля не собирается из-за того, что ты в геймоде. Золотаем дырдочку. А, молодец, стал чинить дырки. Накинем ускорение. Наступил день, блин. Наступил день. И ночь. Стой, подожди, блин. На, вот тебе палки в голову. Ах, нафиг мне палки твои. Давай это. Запускай. А все, у меня блоков больше нету. Жалко. Ты запускай будешь. Здравствуйте, это канал Максимадзе. И это последняя, я, по крайней мере, надеюсь, часть по карте The Dropper 2 в Майнкрафте. Со мной играет Андрей. И мы выбираем третий уровень с конца. 14 уровень Майнкрафт из Huge. О, а тут что-то интересное будет. О, я помню этот уровень. Я помню этот уровень, он у меня просто восторг вызвал. В сундуке алмаза в этом нету. Ну что за уровень такой непонятный какой-то? Молоко зачем-то. Смотри. Narrowing machine. Что-то не понимаю, что здесь будет-то? Здесь в подвал куда-то спускаться надо или что, Мак? Иди сюда, смотри. Я помню этот уровень. Он меня просто восторг вызвал. Иди сюда. Сейчас, погоди, куда идти? Если... Смотри. Здесь в лаву только не упади. Narrowing machine. Прошу. Прошу, давай, иди. Я знаю, чем это все закончится. Иди. Это закончится... Ладно, давай вместе тогда пойдем. Ну иди вперед. Иди за мной. Что? Как я с тобой пойду? Так, прогружается. И ты сейчас... он вон как идет. Это не ловушка, что ли? А у меня прогружается до сих пор. А, классно, сервак типа отпрыгнул. А, зашибись. А у меня до сих пор идет прогрузка. У тебя прогрузилось, а у меня не прогрузилось. Я вход выполняю заново. А мне тоже походу выходить придется, мне не грузится вообще. Ну давай перезаходи на карту. Понятно. Ой, блин. Да, ау, обнова. Название, блин. Вот Саша это перевернуло мне все миры, блин. В первом выпуске я говорил, какая у нас была проблема. Не, ни хрена, я все по-прежнему прогружаюсь. Ну ладно, надеюсь, это все прогрузится, короче. О, все, прогрузилось у меня. Давай. А код мне сказать. Сейчас код назову тебе. 51-094. Ой. Полетели. 51-094. Ну, 51-094. Да, дальности прорисовки вообще не хватает мне. Стоп. А, прогружается это все. Такие текстуры сильные, что прогрузка идет. О, нет. Понятно, мне надо гейммод врубить. А, нет, не надо уже, ничего не надо. Мне надо дальность прорисовки сделать меньше. Вообще ничего не прогружается. О, другое дело. Все. ТПшкайся ко мне. Сейчас.
Полетели? О, у меня пробежало все. Конечно же, он не забывает про геймод. Ай-яй-яй-яй-яй. Ты в полу. Ты застрял в полу. А чё прыгучесть такая жесткая у меня? Смотри. Ты не понял, в чем прикол той плиты был? Типа мы типа уменьшились. Ага, мы с тобой меньше стали. Вот я это у меня просто вызвало восторг. Обалдеть. Ну, лава, правда, в которой мы не сгорим теперь. Да, вот прогружается, конечно, все довольно-таки долго. Но... Блин, так красиво сделано, на самом деле. Ну, это обалдеть. Это сколько строить надо было, ё-моё. И там же на плите можно снова стать большим обратно. Так, куда нам надо идти? Я тебя потерял, ты где? Я тут, в главной комнате. Дома главной этого. Так, все, лестница, я понял, ну по этой лестнице мы хрен заберемся теперь. Так, я иду к тебе, подожди меня. А, нет, меня. Мы можем вот здесь залезть, по этой. Стоп, я понял, как я хочу сделать. Сейчас у меня есть идея. Да, вот это уровень, блин. О, вот этой лестнице заберем, забраться можем. Это просто шикарный уровень, он меня восторг вызвал. Ну все четко. Господи, что так-то долго лезем? Уже все. Так, что у нас тут? Обалдеть, мы можем. Ура! Я по лестнице спускаюсь вниз. Смотреть, так, смотри, здесь вагонетка. Решетка. Здесь какой-то тоннель. Слушай, Макс, иди сюда. Подожди. Нам надо найти сундук с алмазом сначала. Так он за домом, Макс, елки-палки. В самом начале игры. Там алмаза не было внутри. А. И я помню этот уровень, я помню, в чем прикол. Нам надо, когда мы маленькие, дойти до этого сундука, а на нем уже обычный сундук с алмазом. Я его беру и кладу в эндер-сундук. Да, конечно, прогружается все долго. Блин, классно. Как, про какой ты там тоннель говорил? Вот сейчас, пойдем за мной. Подожди, да, блин, слушай, я хочу большим снова стать, чтобы место... Ты просто за мной пошли. Подожди, я хочу сначала стать большим, чтобы можно было... А как на дом поднять? А, нашел. Чтобы поднять, попроще поднять. Было изучить эту местность всю. Я не всю... Мы не всю карту осмотрели. Я понял тебя. Но я хочу обратно наверх попрыгать, в этот дом. Оп. Все, ура, я допрыгал в этот дом. Так, ну здесь только... Короче, далее... Главным... Далее сложность у нас заключается в том, что нам... Что мы не можем найти это... Кнопку голубую. Такая вот карта, Макс, здесь где? Край уже. А ты где? Я большим стал. Как? Ну там надо обратно на плиту на эту пойти. А ты туда как попал вообще? Ну как? Надо дойти туда. Так через я туда дом. Иду. Что-то как-то странно, что быстрее меня туда попал. Опа. А, понял ты. Да, я помню, я очень-очень давно смотрел эту карту Мистика и Лагеря, и вот этот уровень меня просто восторг вызвал. А, снизу, нашел, все. Вау! Да, прыгучесть до сих пор у нас осталось. Да. Я вот про этот вот панель говорю, смотри. А, это? Да. Смотри, в чем прикол. Меня обратно выкидывают за дом. Да, да. А я нажимаю на плиту, меня... А, вот, все. Да, короче, нам надо маленькими туда. Ну что, погнали туда тогда. Обратно. Мистик и Лагерь долго пытались найти голубую кнопку. Они быстро. В 2014 году это, кстати, было, они снимали. Они быстро нашли сундук с алмазом. Но очень-очень, почти всю серию искали голубую кнопку. Спустя долгое время они сумели найти этот проход вниз. Андрей его очень быстро, кстати, нашел. А вот они почти всю серию его искали. Че, по лестнице наверх, да? Ну да, по лестнице. Можно, кстати, можно, в принципе, и с улицы туда. Не, но, давай, наверное, здесь. Но здесь будет быстрее, давай. Я думаю. Офигеть, как он долго это строил, все, я обалдел. Ну ты прикинь, да, сколько это по времени надо?
Да, мы с тобой такую карту не взорвем, блин. Это даже если брать то, что это пустотелое, все это тоже очень долго. Так, и, видимо, туда нам надо. Разве что мы немножко вскроем карту после того, как пройдем. Так, здесь вот тоннель куда-то ведет. Вот он, проход этот самый, я уже на него иду. Так, я вниз падаю, все падаю и падаю. Так, нажим. Так, вот на это типа плита. Spawn, set spawn here. А, здесь какой-то. Ой, здесь какой-то проход, Макс. Здесь какой-то про. Я нашел. А. Кого ты нашел? Кнопку. Голубую кнопку нашел? Да. Да, я помню, где она. Здесь снова. Water. Reach. Так. Здесь надо. Здесь надо умудриться еще прыгнуть. А, не получилось. Седая ночь. Сейчас я буду пробовать туда падать еще. По-честному. Не как ты, а по-честному. Блин, а я вверх обратно, чтобы прыгнуть. Есть. Все, я прыгнул. Упал. Пойдем туда. Что-то теперь я замедленным стал. А, это после того, как эта скорость у меня исчезла, и я почувствовал себя замедленным. Давайте молоко выпьем. Все, вот голубая кнопка. Ну что, 15 уровень начинаем? Кример, я про него уже даже забыл. И про вот эту надпись жуй, я тоже забыл. Господи, хелпа. Я, кстати, хотел реально писать хжуй, но я пропустил букву, получается, то, что сейчас видите, блин. Так, Hardware. А что это такое? Ёлки-палки. Подожди, я еще не прыгнул. А, это компьютерные курсоры. Более того, блин. Ой, я смог везде пропрыгать. А это куда ведет штука? Что это такое? Там, короче, надо упасть в воду. Блин, я упал на курсор указательного пальца вверх. Хорошо, что не как в GTA, да, этот курсор? Да, там средний палец почему-то. Блин, а прикольно комп отстроен, мне нравится. Кстати, стенки похожи на материнские платы. Ну да. Видимо, это была задумка так сделать. Да еб... Чего? Ничего, я сдох опять. Так, здесь нам что-то надо найти, да? Да. Так, синяя кнопка найдена, но где-то... Может, где-то в компьютере? Без меня не искать сундук. Я должен увидеть, где он. Да! Жесть какая, а? Тут я просто так, кстати, зеленый этот блок стоит. Кнопку нашел, а где находится сундук? Теперь бы найти бы его еще, конечно. Да, я вижу воду, но надо не до нее долететь, успеть. Так, я вижу еще одну синюю кнопку. Их две синие кнопки? Ты хочешь сказать, да. Тут может быть? Так одна, как? Я не могу до воды добраться. Так, и здесь что-то такое. Интересно, что это за компьютер такой? Может, какой-нибудь Макинтош? Да как до воды-то добраться? Не знаю. Мне сейчас стало интересно, может, где-то на клавишах эта штука находится? Давай, вода! Нет, мимо воды! А может, на курсоре где-нибудь, Макс? Может быть, я еще не знаю пока, я еще до низа не добрался. Здесь нету. Воду, да блин, опять мимо. А, я нашел все. Нет, без меня не брать. Я знаю. Без меня не брать. Ты замолчи. Без меня не брать. Ты можешь не орать? Я должен это видеть. Да ну нафиг, короче, я сейчас геймоду туда упаду. Это вот получается на второй, получается на третьей штучке. А там, где часы такие. Я уже заколебался, честно. Так, да, все. Сто 17 раз. Я чисто с геймодом 5 раз. Да ты заколебался, твой геймод уже, блин. Так, две кнопки. Так, я пошел искать алмаз, короче. Он на том курсоре выше. Я, да, все, я нашел. Он на курсоре загрузки. Все, кладем алмаз. О, все, можно нажать. Да, на электронные схемы похожи стены. А это какая-то клавиатура, вообще не понятно.
Вот это вот на чем я сейчас хожу, это монитор. А вот там и клавиатура. Ну все, давай, 16 уровень, и потом 17 из них какой-то. Через закрытую дверь какая-то, в принципе. Да. Давай, ты что готов? Там я уже не помню. И так, на 16 уровне я тоже не помню, что. Так, и походу опять краш сервера произойдет. Только не. Потому что я падаю просто в воздухе. А пока не нажал, у меня кнопка зависла. Я загрузился. Четко. Загрузился, я жду, когда отлипнет кнопка у меня. Так, левел 16. Море лотер. Море. Море. Что такое море? Find all 16 diamonds to unlock the bonus level. Это что такое нафиг вообще? Ну-ка, отлипай, кнопка. Все. Нажимаю кнопку. Это то ли дракон, то ли еще что-то. Это замок какой-то воздушный. Судя по всему. Море. Ты посмотри на эту огромную постройку. Ого, ничего себе. Вот этот смотри, уровень я реально уже не помню. Этот уровень я не помню вообще. Как он проходит и вообще что с ним надо делать. Дракон? Где-то спуститься надо, что ли, или что? Я посмотрел, какая огромная постройка, это капец. Да я тут не допрыгну. О! Я все-таки сдох. Я уже думал, неужели я бессмертный? Так, красная кнопка, это типа завершить. Так. Да блин, я тут не могу допрыгнуть. Может где-то в ногах находится. Или подождите, что-то. Или. А, скорость бесконечная, смотри-ка. Так, ну красная кнопка это вернуться в меню. Так, стрелка показывает туда. И стрелки нам обычно не врут никогда. Так, а ты уверен? Да. Ни разу еще не врали нам стрелки. Вот стрелка на этой карте показывала. Блин, медленно текстуры прогружаются, конечно. Куда? Ох, нифига, чё на потолке, да. Блин. А, мы вот внутри крепости какой-то находимся, всё, я так понял. Я бегу от стрелки, и чё-то я в какой-то угол врезался. Так, Чанг не прогрузился. Да, долго всё грузится, конечно. Может, ступенька? Нет. Зеленочное зрение у нас есть. Чё-то я не могу ничего понять. Я бежал по табличке, а куда эта табличка ведёт-то? Типа, смотри, она ведет по прямой. По прямой. Да, куда? Но что-то там я ничего не видел. Так, сейчас я уже за пределы вышел. А, здесь лабиринт какой-то. Лабиринт? Подожди. ТП. ТП Андрей. Пи. Голограмма. А, тут вход есть. Ну-ка, давайте посмотрим на него. Ага, вот он, вход. Ночное зрение пропало, у меня скорость закончилась, Это спавн. Ох, ёшкин кот, ё-моё, это что? Обалдеть, ну там глубина, конечно, я ничего даже не вижу внизу. Чё там? Чё это? Сет спаун. А я чё... вот вижу, там просто... Погодите, туда. Мне надо туда что, прыгать надо, что ли? Нет, давай по прямой пока что. Просто тут рядом с этой ямой чекпоинт. А, и здесь, табличка? И здесь он же тоже. Что-то, может, яма как-то? Давай посмотрим, куда. Может, надо вниз спускаться, действительно. А, я вижу, куда. Да? Ё-моё, ну, сколько здесь земли, да? А, ну все, я понял, куда. Прыгать надо, да? Я сейчас прикол не выкупил, погоди. Ты посмотри, я... Походу... А может и не вниз. А чё за прикол? Я два раза спрыгнул, меня в одно и то же место прошло. Может надо там прыгать? Чё за нафиг? Я понял, в чём прикол, Макс. В чём? Так, синяя кнопка. Где-то посередине какой-то пещера огромная. Но вопрос... Ещё надо найти алмаз. А там несколько уровней, видимо, вниз падает. Тут паутина. Тут паутина. Только нет, дайте мне ночное зрение, ничего не вижу. Здесь будет светло, но я не понимаю, почему. Да, тут паутина. Я упал в паутину. Да, я нашел черную кнопку. Неужели она означает, что мы... Я нашел сундук с алмазом.
Повезло, давай ко мне. А теперь надо... Ну, если я буду знать, где ты... Прыгать вниз надо просто там. Мне надо обратно туда, что ли? Прыгнуть. Так, погоди. Выпрыгнуть. Нет, не так. Вот так. Да, господи, опять не так. Блин. Так. Стоп, ты что сделал? Я имбецил, я не так. Это... Ой-ой-ой-ой-ой-ой, нет! Я хотел к тебе пошутить. Я, видимо, не так командную строчку списал. Ну, ты... надо написать ТП Максимадзе и все. Господи, Андрей у нас никак не может научиться, как ТП-шкаться. Нет, не ТП-шкаться, а типа, как правильно писать. Да. Так, погоди. Нет, на... давай здесь попробуем сигануть. Да, я в прошлый раз прыгал в ту, и там был сундук с алмазом. Вот так вот, все, смотри. Ничего не видно вообще без ночного зрения, блин. Да ничего не видно, потом... блин. Геймот, я врублю, я ничего не вижу вообще. И ты просто прямо в это озеро выпадаешь. Так, дайте мне 4 бутылки ночного зрения, я ничего просто не вижу. Надо прыгнуть куда-то там, но я не вижу вообще, куда надо. Во, другое дело. Прыгаем дальше куда-то вниз. А, стоп, подождите, может быть надо не туда прыгать? Ой, ой, в воду! А, все, отлично, вот как надо было сюда упасть. Все, отлично, мы нашли голубую кнопку и прошли все 16 уровней. Ну что, подтверждаем и полетели? Подтверждаем нашу победу и смотрим, что за этой дверью. Если она, конечно, открылась. Стоп. Game over. Game over. Это типа игра окончена. Не знаю, Pac-Man, давай посмотрим. Pac-Man. Обалдеть, Pac-Man. Вот так он нарисовал. Но нам явно туда не надо. Не, конечно, сходи полетай, но... По-моему, единственный вариант это нажать красную кнопку. Прикольно сделано. Да, прикольно. Давай, нажимай красную кнопку. Открылась нажал. Дверь? Проверим. Блин, надо ускорение себе накинуть, пожалуйста. Открылась дверь! Пошли туда! Ура. А тут два прохода. Смотри, первый это экспериментал левел. Экспериментальный уровень. Написано это сложно. А второй это бонус левел. Давай начнем с бонус левела. Давай, я. Кнопка сейчас только начну. Отлипнет у меня. Ну и экспериментал левел посмотрим тоже. Ну а потом немножечко вскроем эту карту. Так. Я на каком-то чекпоинте стою. Что это за карта такая? Походу нам надо туда. Походу надо вниз, Макс. А, блин. А, я понял, что это такое. Так, нет, надо мимо этих утенков как-то упасть. Так. О, это, короче, комната здоровенная. Только как надо упасть, чтобы не разбиться? Я тоже не знаю. Я, так. Наверное, блоки сломаю, потому что... Понять бы еще как здесь. Вот это комната, блин. А... Какое здесь место финальное, что-то не понимаю. Там еще экспериментал левел какой-то. Что это такое синее? Какой-то... А, да, это Гильмот. Комната на боку, Макс. Это комната, да, это на комната... боку. Ну я понял, что это уже комната на боку, да. Что лошадка типа на стенке у нас. Лошадка, детские игрушки. А, я думал... Это кровать. Okay. А что за... А, нифига себе, прикольно сделано. О, кстати, знаешь что, такое ощущение, будто я вертикально сейчас стою. Да, так и есть. Кровать детская вон здесь. Да, обалдеть. Не, мы такую карту не взорвем. Я сейчас просто заскриншотил. Разве единственное, что мы можем взорвать, это главное меню. Шикарно. Куда здесь надо падать? Просто. Где там конец-то этой карты, что-то понимаю. А как выйти, кстати, из бонусного уровня? Так, о, подожди. Я нашел. А, нет, this is diamond, this level 1.
Здесь нет, здесь нет алмаза, походу. Ну, я нажал на кнопку, что дальше? Нажимаем красную кнопку, что-то меня, правда, не телепортануло никуда. Ой, какой геймод 9-то, ё-моё. Понял. Все, нажимаем красную кнопку и смотрим, что еще за экспериментал левел такой. Какую кнопку? Красную кнопку, там я нажал и тпшнулся обратно в меню. Плавающий тортик тут, кстати. Так, погоди, сейчас я. Давай, иди сейчас сюда. А что в сундуке? А, молоко. Молоко у меня есть. Такое же точно. Что, полетели? Тортик. Экспериментал левел, давай посмотрим, что это такое. О, господи, опять начинается. Вот. Написано, что он сложный. Чего? А чего я сейчас умер-то? А, Макс. Там что, невидимые стены, типа, что ли? Здесь барьеры какие-то, слушай. Барьеры, да, вижу, что барьеры. А куда здесь идти, я что-то не понимаю, походи. Ну где-то между ними должны быть проемы. Может, где-то в углу есть? Да блин, короче, я туда с геймодом прыгнул, что-то какой-то странный тур. Так просто проемы эти мы не найдем. Ладно, так, посмотрим, вот что, посмотрим, что внизу, ровный, потом... Но... Да, тут есть проемы, которые можно прыгать. Я что-то не понимаю, куда падать здесь. А, все, я нашел. Прикольно. Я тоже нашел. Да, ну и здесь никаких алмазов. Никакой и голубой все? Кнопки, только красной кнопки. Ну и все. Теперь последнее, что мы сделаем, это это, так сказать... Снимем в себя все эффекты молоком. А, лол, летающий торт. Да, я плавающий торт, я видел. Он летает. Time set. Day. А, я механизм посмотрел, как он работает. Короче, посмотрим снизу, что это за хрени такие странные. Да простит меня, Макс. Ой-ой-ой-ой, меня залагало. А у меня нормально. Молодец, бомбанул самое начало. Давай, давай еще закладывай. А, вот как, смотри, вот сюда, выйди наверх. Вот как он блоки эти положил. Я только на самом деле так и не понял, но это... Скорее всего, механизм как-то... Это мы механизм другого. Да, тут командными блоками все заложено. А, то есть командный блок. Давай, закладывай все динамики. А почему закрылась дверь? О, у меня даже FPS не просаживает. А у меня просаживался. Не, я, если я нажму на эту кнопку, то... Вот эти динамики не взорвались. Чего? Вот эти динамики не взорвались. Я вижу, я сейчас зачем займусь. Кстати, сейчас... закрылась дверь. Сейчас дверь сниму с петель. Смотри, как это делают. Смотри, как дверь снимает с петель. Я уже вот так надо. Как? Сейчас я дверь открою, погоди. Все, я открыл дверь, пойдем. Блин, здесь все просто вниз начало стекать вода. Стой! Стой, торт! Господи, бедный торт, Макс. Я не могу поймать его. Он мигает стал. На воду переключил, чтобы она не мешала. Он по рельсам тут типа едет. Прикол. Я остановил. То, все, больше нету дофта. Я его съел. Прикольно. Я хочу сейчас закрыть, чтобы вода вниз не утекала. Закрываю все и будем на этом заканчивать. А если я уберу эту вагонетку, лампа исчезнет или нет? Это, да, лампа исчезает от этого. Все, красота. Избавимся от этих дебильных ламп. Все, больше нету таких странных ламп. Вода утекает в какой-то ад, я туда прыгну. О, вагонетка, смотри, вагонетка. Вот она та же здесь. Ничего интересного нету под, в этом году. Разве глубина максимальная?
Короче, ну короче, давайте заканчивать. Такая вот была карта, нам она очень понравилась. Андрей, правда, играл все время с гейммодом, мне это не нравилось. Но я играл честно. Ну ладно, немножко гейммод тоже использовал, когда начинал уже бомбить. Ну а так на сегодня все. С вас лайкос, подписывался, с нас эпичные видосы, а также новые карты будут обязательно. Подписывайтесь на мой стримский канал, спасибо, ВКонтакте. Всем пока. Ну все. 4 серии вышло.